Друзья, приветствуем вас на канале. Законы природы очень суровы, и каждый выживает по-разному. Сегодня на канале борьба за выживание. Львы против крокодила. Группе туристов во время прогулки в национальном парке Кении удалось запечатлеть необычное событие. Стая львов набросилась на крокодила. Скорее всего, это нападение было не охоты ради, а ради любопытства или для защиты добычи, которую львы нашли неподалеку. Крокодила просто припугнули, он получил несколько укусов, и все мирно разошлись. А теперь анаконда против каймана. Люди обнаружили огромную анаконду, которая своими кольцами сжимала каймана. Голова самой анаконды была сжата в пасти крокодила. После укуса такой силы она вряд ли выживет. Но и крокодил вряд ли выживет после таких объятий. Бегемот против носорога. Это битва двух тяжеловесов. Оба борются за водоем и не хотят друг другу уступать. Бегемоты часто соперничают с носорогами, и почти всегда это борьба за территорию. Друзья, спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь с колокольчиком, ставьте лайк. Приходите к нам на канал снова и снова. До новых встреч!